перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. То, что будет на альбоме, даже не знаю, как это сказать. Ну, меня радует то, что будет на альбоме. Я горжусь то, что будет на третьем альбоме. Как самочувствие? Не болею. Не, братух, не болею. Спасибо. Сикстинайн, бля, я вообще не понимаю, как он ходит, типа, пиздец. Либо у него охрана, я вообще не понимаю, как он живой ходит. Я, ну, это вообще непонятно мне. Как он, бля, как он жив еще в натуре, ты можешь мне сказать? Я не знаю, ну, после концерта в Киеве посмотрим. Как он живой ходит, я не понимаю. Причем его не только в Штатах там не любят, его, ну, много где не любят. Потому что начнем с того, что он даже ведет себя некрасиво с людьми. Я уж про рэп его молчу вообще. Он как черт себя ведет. Так что мне удивительно. Хотя, блядь, сейчас такое время. Выйди со мной на прямой эфир. Я тебя порву. Прям вообще жестко разорвешь, прям в эфире. Ты лютый. Ты лютый, брат. Тебе больше нравится в Барселоне или в России? Я так давно в России не был, но все мне говорят, что с каждым годом становится все хуже и хуже. Хуже и хуже, хуже и хуже. Так что не особо хочется. Я никому никогда не платил ни за один фит. Почему ник в инсте Никизару? Потому что мне так хочется. В Атланту, если получится, как сразу, как резиденцию получу испанскую, сразу поеду на... Сначала на месяц, а потом, может быть, на подольше, может, вообще перееду туда. Как тебе альбом «Бульвар Депо»? Я не слушал. Big Baby Tape нормально делает, да. Нормально делает музыку. Ну, хуй знает. Если ты не еблан и в России, заебись. В каком плане? Если у тебя богатые родители и много денег? Ты про это говоришь? У тебя нет богатых родителей и много денег. Ах, ты ж еблан. Ах, ты ж еблан. Ну, ты еблан. Ну, ты еблан. У тебя же нет бабок, да? Понял. И родителей богатых. Короче, если у тебя ничего нет в России, ты еблан. Еблан. Получается, что так. Ору, блядь. Осман Старков как делает? Ты сам же мне пишет, блядь. Ты сам спрашиваешь. Ты же знаешь, что там. Я на самом деле в зал сейчас собираюсь, пацаны. Сегодня спинка прокачивается. Я пришел забрать твой приз. Орут, будто в фильме крик. На бите звучит мой кореш тих. С тюряги так хотелось на визави. Шо по фараону? Фараон вообще респект ему вообще. Респект вообще. Всем респект русским рэперам. Огромный. Следующий видос на ютубе выйдет. Кизару сдулся.
Всем русским рэп. Бля, хуе, отвечаем. Да ничего я не накачал, братан, ты чё? Я вообще ничего не накачал. Я как был в... Очень сложно совмещать курево, ну, с курево, с залом. Так что-то у меня увеличивается, но... Я протеинчики пью всякие, мне Тарасов принес. Вот. Надо просто меньше курить. Я и так, блядь, два косяка перед сном курю, и все, больше ничего не курю. Потому что пытаюсь заниматься и набирать вес. Слышал о Гонфлют. Да, я видел, даже послушал, зашел на SoundCloud, послушал что-то треки, там какие-то парочку неплохих было. Парочка что-то там нормальное, там причин следствия хотя бы в тексте есть. Так. Гошик, что? Братан, можно шею накачать? Шею накачать? Она же сама просто увеличивается, когда ты в зал ходишь, и все. Не, шею надо качать, братан. Типа ты хочешь сказать вот это? Вот эту вот тему? Не, шея мостик становится, на мостик становишься и головой качаешься. Это все там Тайсон такой делает, борщики такой часто тоже экспериментируют. Что-то надо. Не, ну... Первое... Еще когда ты начинаешь шире расти, братан, голова немножко, ну, как бы не вписываться не будет. Типа надо, чтобы оно все плавно переходило. Так у меня и голова растет тоже. Поэтому такие альбомы выходят. Не, у меня, ну, лицо увеличивается жестко. Это самое только... Вот, у пацана, например, он ходит в зал, у него только дырочка в попе увеличивается, он говорит. Ты туз, братуха. Ты вообще... ты люди. Мне кажется, ты не в тот зал ходишь, братуха. Как тебе Бруно Марс? Мне, не знаю, ну неплохо, да. Его все Майкл Джексоном называют, нового поколения. Но что-то, не знаю, мне Рой Вудс больше нравится. Big Grape speaking. Yeah. За Барсу топишь в футболе? Нет, я как раз за Реал Мадрид болею. Хотя я вообще не болею, я не смотрю футбол почти. Ребят, вам не надоело писать про... про этих ребят всех? Про этих всех ребят. Всех этих ребят. Дима, ты здесь? Го гулять уже. Все, мама будет зовет. Да. Миша, домой! Миша! Олег, альбом-то когда? Были проблемы с законом в Барсе. Ну, парочка раз была. Даже не парочка, мне кажется. Привет, пацаны, привет. Пам-пам-пам. Я тусуюсь там, где грабят, там, где куча дряни. Парень хочет с нами
Это вряд ли, блин. Бля, послушал Playboy Carti альбом, и у него там такой эдлип новый есть. Очень смешной. Такой пи. Что вообще? Ну, такой странноватый, да? Мне кажется, он имеет в виду су. Типа, понял, сука. Ну, би. Сокращенно. Включи нам демку какую-нибудь. Он не новый. Он не новый. Ну, не знаю. Именно так вот выделено. Он новый. Для меня он новый. Потому что уже человека 3-4 это делало. Ну, скинь мне, кто это делал, пожалуйста, раз ты такой, так разбираешься сильно. Я не знаю. Именно такой же, как у Playboy. Привет, Карина. Как твои дела? Я тебе покажу потом. А чё ты соскакиваешь? Сейчас мне скидывай. Я сейчас буду смотреть. Как тебе Фредди Дредд? Фредди Дредд крутой. Вообще весь сиксет, вся сиксет туса очень крутая. Просто эта музыка, она никому не нужна сейчас. Вот меня те люди, которые вот шарят там за сиксет, я рад, Карин, что у тебя все круто. Молодец. Те люди, которые шарят за сиксет, вот вы меня спрашиваете, как тебе сиксет? Да, это круто, безумно. И те люди, которые понимают, что это круто, они молодцы. Но почему вы не видите, чтобы сиксет зарабатывали бабки, давали концерты, туры и так далее? Почему я этого не вижу? Мне бы хотелось, например, это видеть. Ты вот что-то забыл. Не, я помню, что мне надо ответить там на твои вопросы. Я пойду сейчас в зал, приду после зала, отвечу. Бля, там так долго читать. Могла бы просто меня позвонить и спросить так. Чем 69-й не угодил? Мне не нравятся люди, которые кричат «блад, блад, блад». Никакого отношения вообще. Он, мне кажется, даже ни одного блада-то и не знает, наверное, настоящего. Это раз. Во-вторых, мне не нравится этот... Это альтернатива ебаная, то есть он ее взял и сунул в трэп-музыку, а она звучит, она меня режет слух, я не знаю. Он орет, что-то там пыжится, что-то кричит, блядь, показывает, какой он агрессивный и какой он злой. Бля, пацаны, ну это смех. Реально смех. Я не понимаю, как вы вообще это можете слушать. Такое количество крутых, реально достойных ребят с крутой музыкой, а вы слушаете Текаши. Не знаю. У меня вообще свое мнение, я же вам говорил. Мне, вам, там, много кому нравится Lil Peep'а музыка. Я вообще ее не переношу на дух вообще. Мне неинтересно слушать пацана, нахуй, о суицидальных мыслях, блядь, о разлуке, разбитом сердце и грустном дерьме. Меня не мотивирует грустное дерьмо. Если вас мотивирует грустное дерьмо, так дай бог вам здоровья, господи. Слушайте его, хоть услушайтесь.
Реально. Так, как ты думаешь, стоит бросать траву? Траву бросать, естественно, стоит. Самое крутое – это хорошая пища, здоровая. Потом спорт и семья. Это самые важные вещи. Флакито, эрманито, донде стас, вой магба. Бля, или пойти покататься на скейте. Может, на скейте пойти покататься? Зал никто не отменял. Что зал никто не отменял? Лучше зал, чем скейт. Да, соглашусь. Ну, зал просто правильный, естественно. Эрману, я вою гимназию. Заебашка, косяк, какой скейт. В зал иди. Карина пишет. Хорошо, пойду в зал. Скейт сушит, пиздец. Высушивает прям. Слушайте, ребят, ну, хватит там, кто приедет, не приедет. Я уже жду, блядь, 2 года, нахуй. Или год я уже жду. Я, ну... Заебался. Ко мне такое количество людей подходит в Барселоне, на Магве и везде. И все, что они просят, это фотографию или автограф, или еще что-то. Ну, чаще всего фотографию. Я уже жду, когда кто-нибудь подойдет и хочет конфликта, мне интересно, когда это произойдет. Олег, скажи по поводу Young Gun, это пушка, нахуй. Ганна очень крутой. Respect from Poland. Yeah, Poland big love, G. Poland big love. Big love to whole Europe and States and everyone. I love you all, dogs. Тебе тоже хорошего дня, пупс. Эй. Big love for Latvia. Lithuania. Ладно, ребята, я пошел. Всем хорошего дня. Всех обнял.